Сэм. Ну, у тебя и вид. Я тебе тоже рад. Что ты делаешь? Видишь ли, Майкл, отбиваться от маньяков-убийц в полотенце не так уж и удобно. Не возражаешь? О, да, прости. Ну все, готово. Вот теперь пошли. Я готов. Что это? Это что? Кто-то плачет? Нет! Нет, нет, нет! Убирайся! Крис! О, Крис, 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 Крис. Какого хрена? Ты же слышал о классных патронах. Серьезно. Любимая кофточка. Ну вот, другое дело. Thank you.
Давай ты уже! Твою мать! Thank you.
Да. Даже без нее. Она была здесь.
Джош? Джош! Джош! Очень хорошо! Вы правильно догадались! После всего, что вам пришлось пережить, очень-очень хорошо! Ну и как вам, а? Понравилось вам? Страх, унижение, беззащитность, паника. Все те эмоции, которые испытали мои сестры год назад. Только им не удалось посмеяться над этим. Нет. Их больше нет. Если ты не заметил, Джош, никто из нас не смеется. О, ну что вы. К чему такие унылые физиономии? Иногда полезно заставить сердечко колотиться. Как забились ваши маленькие сердечки. Тук-тук-тук-тук-тук-тук. Надеюсь, вы заценили мой фантазмагорический спектакль. Ну, то есть, все мелочи учтены, все возможности использованы. Это такое наслаждение управлять вами. Куклами с такими предсказуемыми реакциями. И кровища. Кровища, море крови, бутафорские тела. Это все недешево. И никаких дублей. Нет, но каков был эффект? Видели бы вы свои рожи. Уж вы-то все приняли за чистую монету. Джош, зачем ты это делаешь? Даже не спрашивай. Этого чокнутого недомерка. Бесполезно. У него крыша съехала. Видать, на колеса забил. Ну какие колеса? Месть! Вот лучшее лекарство. Тебе хана. Майк, он болен. Бросьте, вы еще будете меня благодарить, когда станете сенсацией в интернете. Что-что? О, это будет просто мега-хит. Он облетит всю планету. Тут вам и безответная любовь, и кровища, море кровищи. Да всех жестких дисков Китая не хватит, чтобы пересчитать количество просмотров. Ты что несешь вообще, кретин? Джессика погибла! Что? Ты что, тупой? Джессика погибла. И ты за это заплатишь, мразь! А! Ребят, ну вы чего? Вы что тут все, с ума посходили? Заткнись. Зачем ты ее ударил? А? Какого черта было ее бить? А! Ты о чем вообще? Ты ударил Эшли, ты придурок! Я так разозлился. Женщин не бьют. Нельзя и все. Чувак, Крис, брат, ты... Я тебе не брат. Куда мы идем? Куда вы меня тащите? Запрем тебя, братан. Что? Посидишь там до утра, пока не приедет полиция. Да вы че? Я ничего не сделал. Ты издеваешься, что ли? Ты убийца гребаный. Майк, поверь мне, я ничего не сделал. Я твою Джессику пальцем не тронул. Знаешь, лучше заткнись. Крис, старик, ну ты чего? Мы же партнеры. Я не хочу это слышать. Ладно, манди дальше. Ты видишь только то, что хочешь видеть. Ты... Закрой след. Рот! Ты... Чувак! Ну не моя вина, что вы шуток не понимаете. О, что, больно тебе? Что, слегка ударился? Ну, прости меня, пожалуйста! Хватит! Ну ты что? Все! Майкл, мне очень жаль. Выразить не могу, как мне жаль... что Джессика пострадала, но я клянусь тебе, я вообще ничего об этом не знаю. Джош, ответь честно, ты реально думаешь, что мы тебе поверим хоть на секунду после всего, что ты нам тут устроил? Может, давайте жить дружно? Больно! Думаешь, мы прикалываемся? Все не так. Так. Все должно быть совсем по-другому.
отравлю! Слушайте, ну почему вы так со мной поступаете? Все равно у вас кишка тонка! Вы ни на что не способны, слабаки! Ладно, уж кто бы говорил-то, трус! Ага, я способен. Вы поверили в созданную мной реальность. Я показал вам те стороны, которые вы от себя скрывали. Ты манипулировал, ты лгал, жестоко издевался над нами и при этом сам отсиживался в кустах. Ты жалкий трус, Джош, вот и все. Значит, связываете меня, да? Не дергайся. Ага, ладно, ладно, ладно. Сижу. Кто дергается, того неудобно связывать. Джош, слушай! Ну, немножко-то дай подергаться, а? Что сделать, чтобы ты заткнулся? А, не так сильно! Эй! Не так сильно, а то не подергать. Что? Что за чушь? Что за чушь он теперь мелет? Смотреть против. Заложников. А раньше такое было? Или нет, мы по крайней мере, деньги. Я не слышал. Все тупые. Тупые, тупые, тупые. Крис и Эш. Крис тупица, Эш дура-дурый. Что? Что ты сказал? Что ты болван, болван. Да что с тобой? О, Эш. О. Эшли, ничего, не бойся, я тебя спасу! Я даже не мечтал, что могу тебе понравиться. Хватит! Знакомый звук? Это твои не случившиеся поцелуи с Эшли, сыкло! Хватит! Да, знаешь, пусть лучше Эшли спит с Майком. У этого есть зарубки на прикладе. Так? Уж он-то точно мужик! А ты просто ничтожество, Крис! Я ему башку снесу! Не слушай его! Ни к чему! Эй, Майк! Майк, Майк! Майк, Майк, Майк! Майк! Что? Что случилось? С Джесс, Майк? Ты знаешь что? Нет. Нет, я не знаю. У меня есть проблема, Майк. Не помню, как убивал Джесс. Дебил. Ну, то есть, я бы наверняка запомнил, как убивал ее, понимаешь? Она такая сладкая. И, наверное, у нее такая тугая, крепкая попка. Заткни свой поганый рот! Ах ты урод! Нет, стой! Стой, чувак! Остынь! Ты что творишь? Я... Нет-нет-нет, ты хотел застрелить его! Да я просто блефовал. Пугнуть хотел. Чтоб прочувствовал. Ну, какого хрена? Я же мог его убить! Спокойно. Ничего, жить будет. Ну, кто так делает? Ну, по крайней мере, он замолк. Иди-ка ты в дом. Что-что? Зачем? Я покараулю его до утра. Не нужно, чтобы при этом ты его избивал. Вообще-то, я думал, что защищаю тебя. Ну, да, молодец. Теперь пора отдохнуть. Да ладно тебе! Возвращайся в дом. Давай. Чувак. Давай. Джош? Джош! Понравилось вам? Страх. Все те эмоции, которые испытали мои сестры год назад. Только им не удалось посмеяться над этим. Нет, 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 нет. Их больше нет. Джессика погибла. Что? Ты что, тупой? Джессика погибла. И ты за это заплатишь, мразь! Что случилось? С Джесс, Майк? Не помню, как убивал Джесс. Дебил. О, боже. О, господи, Мэтт. Ah!
Держи! Что? О, черт! О, черт! Охренеть! Черт! Да! Боже мой! Ладно, Эмма,